Посмотрим, какие тут товары и какие цены. Вот я 7 злаков, 25,90. Мука рязаночка, расфасовка по килограмму. Цена 34 рубля. Цены очень хорошие, привлекательные. Так. Ну, мы уже взяли. Крупа ячневая у нас здесь 47 рублей. Это, конечно, мы варим из нее для собак кашу. Пшено шлифованное, увелка. 45 рублей. Так. Макаронные изделия. Группа А. Когда говорят группа А, группа Б, все равно мне ничего не понятно. Но привлекательно. Макаронные изделия. Веса, конечно, большие. Ну, здесь килограмм. Нет, я вот ну, сейчас. Там дальше, да, здесь килограмм. Уважаемые покупатели. Вот, демократические цены здесь есть, конечно. Вот эти макаронные изделия очень вкусные. Мы брали. А, я кисловодские. Да, кисловодские нам понравились. С расфасовкой в 1 килограмм 51 рубль 20 копеек. Так, я ты взяла? Взяла? Да. Восточная лапша. 400 грамм, 39,30. Лагман, лапша восточная. Восточная лапша кекс. Рис шлифованный, круглозерный, 1,5 килограмма расфасовка. Такое впечатление, что он по пол зернышка, а то по 1/3 зернышка. Мелкий-мелкий. Мценск выпустил. 225 грамм упаковочка, 148 рублей 10 копеек. Щечки говяжьи 97,90. Красивые названия. Говядина особая, 325 грамм. Это вот такая вот баночка. 33,80 стоит. Мясо индейки в собственном соку. Сырые головками даже есть. Брикетами, головками. Пудинг, шоколад, ваниль. Вещь, конечно, вкусная. Продукт йогуртный. Пастеризованный. 44,70. Нежный. Так, это у нас продукт йогуртный.
за 12,70. На любой вкус цены, пожалуйста. Маргарин сливочный 42, 71, 115 рублей. Это уже масло сливочное. Неплохое масло, да, мы брали. 82,5% у него. Полкило по цене 115,90. А, 60, извиняюсь. 40. В оригинальных упаковочках такой вот. Можно рассмотреть его. Прозрачный, со всех сторон можно его увидеть. Какая консистенция, то чего. Сыр рикотта, итальянский сыр для счастливой семьи. Ничего, ребят, смотрите. Ой, какая счастливая семья там. Ой, счастье так и прет. Так он что, с клубникой, что ли, не поняла? Это надо у итальянцев спросить, потому что это итальянский сыр рикотта. С чем они его мешают? Сыр российский император. Да. Голландский сыр, молочный. Плавленый, пожалуйста, какой хочешь. Какой хочешь, на любой вкус. Подходи, бери. Десерт с творогом. Буренкин лук. Да. Вот стаканчик вот такой. А, это как буренкин лук с творогом, ягодкин, клубника. 52 рубля. 52 рубля. Ассортимент, конечно, впечатляет. Весь выбор. Сосиски любимые. Но категория Б это уже настораживает. Вот категория А, она более привлекательна. Колбаса. Австрийская без мяса птицы, город Пенза, значит, уже намекает на то, что у нас более качественный продукт. Мы туда птицу не ложим. О, чипсы свиные, колбаса фирменная, тоже без мяса птицы, производитель Дубки, 270 рублей за палочку. А вот такая вот небольшая палочка. Тоже красиво смотрится. Упакована она в вакуумной упаковочке. Многие колбасы упаковывают в такие вакуумные упаковки, что продлевает срок их хранения. Модерн Черкизово. Это московский черкизовский мясокомбинат. Он вообще славится по выпуску колбас. Вот сосиски молочные, ГОСТ, категория Б. Колбаса вареная, категория А. Вот, пожалуйста, категория А. Докторские дубки. Докторская губернская. Тут вообще буковки не поставлены.
ребра, вакуумной упаковки, 190-90. Бекон свиной, 202 рубля. Колбаса карпаччо. Мясо яр. Стоило 191 рубль, сейчас 164. Ну, наверное, подходит уже срок годности. Так. Вот колбаса. Двести 250 грамм. Вкусненькие колбаски, хорошие. Они не только к пиву. Они сделаны такой вот косичкой. Ну, здесь смотреть, конечно, не на что. Особенно вот на этот продукт. Так. Хурма свежая. Конечно, вот она вот вся уже потекла. Свежая хурма. Яблочки ничего. Красивые. Красивые яблочки, да. Лимоны. Ананасы. Так, стебель сельдерея 81,90. Апельсины. Так, а цены, наверное, с этой стороны. Сейчас посмотрим. Да, с этой стороны. Апельсин из Египта 49,90. Ну, 50 рублей. Большие, крупные. Ананас. Коста-Рика 99,40. Лимоны Турция 1 килограмм 66,20. И сезонные яблочки 37,40. Ну, это как и везде. Заморозка. Печень свиная. Великолукский мясокомбинат. Да. Фарш любительский. Полуфабрикаты куриные для чахов били. Пельмени вон с той стороны. Ну это огурчики здесь в 3-литровых банках. Ну и как же без приправ? Приправы всяких разных полно. Пожалуйста, выбирайте на любой вкус. Еще следующая партия приправ. Даже в светофоре стали продавать чеснок свежий.
очень много зубчиков, очень много зубчиков, но они очень мелкие. То есть, ну вот это вот даже трудно комментировать, очень трудно. Может, это не продают? Нет, продают. Вот, пожалуйста. Свежий, узбекский. 83 рубля. Ну и сладости. Печенюшки. Кукурузные шарики. Изделие хлебобулочное 225 рублей. Кило 250. Вот в таких вот упаковках. Да. Похрустеть с чайком. Вот еще какие. Это у нас 174,70. Печенье с начинкой. Двуслойная радость. 8 штук. 8 штук по 2. 2 вместе слепнули. Да. Вот, мы наш магазин «Светофор» мы обошли, показали вам ассортиментик. Не весь, конечно, потому что есть там вот еще тот проход. Ну, там вино различное, даже в каких бочечках вино, литров, наверное, 10. И стоит оно 1936 рублей, «Вино России» называется. Так вот, подходя к кассе, мы видим одни сладости. Сладкий выход называется. Горячий шоколад. Какао-напиток. Напиток растворимый шиповник.